Тебе это с рук не сойдет, Кабалерон! Что именно? Я просто рассказываю свою версию событий. То есть врешь? О книжке твоей Ирлинг правдивы? В Дерингду и поисках Кетцаля она пишет, что цветы Фангторна красные. На самом деле они голубые. Это правда, так и есть. Это больше похоже на ошибку редактора. И все же, если это ложь, то, возможно, и более важные факты тоже. Просто прочти мою книгу. Я не собираюсь верить в твои россказни. Идем, Флаттершай. Что с вами? Как ужасно быть неправильно понятым. Это правда, что в прошлом я не всегда хорошо поступал с Дерингду. Это так. Но на то были свои причины. Не хотите рассказать? Я и моя команда всегда занимались только поисками древностей, а потом сдавали их в музей, чтобы другие пони тоже могли все увидеть. Но Дерингду всегда опережала нас, и у нее были совсем другие планы. Я предложил ей объединиться, но она отказалась. У нее был свой взгляд на то, где хранить эти древности. У Дерингду и правда много находок на полках. Но не вы ли продавали их тем, кто больше заплатит? Я был вынужден. Дерингду забирала древности себе, и наш музей мог закрыться. Нам нужны были деньги, чтобы сохранить музей. Она и правда разрушила много древних строений, в которых нашли пристанище бедные зверушки. Я почувствовал, что поведать об этом миру мой долг. Спасибо, что выслушали и поняли меня, мисс... Флаттершай, с двумя «Т». А я доктор Кабалерон. Мартингейл — это всего лишь мой псевдоним, чтобы поднять продажи. Знаешь, моей команде не помешает умный пегас вроде тебя, Флаттершай. Ты никогда не хотела стать исследователем. Кто? Я? Наконец-то! Почему так долго? Я хочу пролить свет на эту историю, поэтому я присоединилась к экспедиции доктора Кабалерона в Теночтитлан. Чего? Значит, Дерингду не пинает щенков. Это было один раз! И не нарочно! Ока! Ты должна мне помочь! Грум Кью-Кью Мартингейл на самом деле доктор Кабалерон, и он забрал Флаттершай! Своей книгой он задумал очернить Дерингду! Он хочет превратить мою подругу в преступницу! Они отправились в Теночтитлан! Значит, он охотится за талисманом правды Танатиу. Ему нужны крылья Пегаса, чтобы добраться до него. Вот зачем Кабалерон уговорил Флаттершай пойти вместе с его бандой! Значит, мы его остановим! Вот это да! Смотрите, куда ставите копыта, мои пони. Мы же не хотим разрушить хрупкую экосистему джунглей. О, это очень похвально. Да, мы не то что Дерингду, которая рубит в крошку все растения на своем пути. Спасибо. Болван! Ты разве не знаешь, что это яд? Я не хочу, чтобы ты пострадал, дружище. Но я голоден. О, сейчас мы это исправим. Вот. Ты что, хочешь поделиться? Конечно. Вы ведь теперь мои друзья, не правда ли? Флаттершай, беги! Эти дикие звери хотят нас сожрать! Это обычное заблуждение. А вы не пробовали с ними поладить? С ума сошла! Тогда сдавайся! Ей конец. Не могу смотреть! Простите, что мы зашли на вашу территорию. Мы просто проходили мимо. Как ты это делаешь? Каждое существо хочет, чтобы его выслушали. Вам просто нужно время, чтобы это понять. Ты еще более талантлива, чем я думал. Спасибо. А я отлично провожу с вами время.
Представляю, каково Флаттершай с бандитами Кабалерона. Нужно найти их до того, как они доберутся до талисмана. Почему? Что в нем такого? Его ценность в том, что он заставит любого говорить правду. Но Кабалерон охотится за талисманом, потому что тот из чистого золота.